А эти аплодисменты звучат в адрес кожаной Дарьи. Город Архангельск. Громче, громче, громче. Рассмеши, кожана Дарья. Рассмеши меня, рассмеши меня. Здравствуйте, Даша. Здорово, мужики. Здорово. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно. Классно. А вы сейчас в образе или вы вот такая? Вот у меня такая жизнь. Дарья, даже не хочется вам сбивать как бы. Хочется послушать во время выступления все о вашей жизни. Или хотите поболтать? Ну, не очень. Хорошо, Дарья. Ну, тогда вы... Зажгу! Врежьте. Ах! Даша, мы желаем вам удачи. То есть... Это я. Здравствуйте. Извините, что я к вам... Спасибо. Смотрю со спины... В общем, ну, я там неплоха, да? Хорошо, хорошо. Хорошо. Все хорошо. Ну, все. Значит, есть минута, которая стоит 1000 гривен, если вы рассмешите комиков. И она начинается прямо сейчас. Поехали. А, с подругой! Ах ты! С подругой в белом танце кружимся! Не пригласил никто, мы крупные! Ой. И опять Арсен Кагас. Господин фуражки меня плетью бьет. Ай. Просто похожа я на остров, такая же большая, попробуй обними. Ай. У меня глаза два косятся, третий лезет. Ай. А я мужиков люблю, всех их вместе соберу. Нужно ж все же выяснять, чего ребенка я ношу. Ай. В анфас рожала, несмотря на вас. Вот так рожала просто. Ой. Помоги, помоги убрать волосы с груди. Вся в отца, я пошла, что же делать? Ребята, либо сидите, не улыбайтесь, либо уже рассмейтесь, я не знаю. 1000 гривен ваша. Дарья, мы вас поздравляем. Ну, не просто, да? А? Я все, я возьму, подождите, что есть. Подождите, вы же 1000 гривен выиграли. Ну все, я с ней могу пойти? Можете. Можете. А могу что сделать? Дальше. Можете 5000 выиграть за вторую минуту. Но если проиграете, то... 1000 раз, говорит. Возьму 1000. Да? Ну а что мне делать-то? Надо. Сейчас? Что надо? Брать. Дальше? Брать? Или дальше? Или дальше. У вас все песни, да? Да. Я думаю, пойду. Дальше? Так куда дальше? Домой пойду. Да. Хорошо, идите за деньгами. Спасибо. Они там, что ли? Даша, спасибо вам большое. Вы выиграли 1000 гривен. Рассмеши смешного. И под столом валяться. Рассмеши смешного. Пусть намочат колготки. Рассмеши смешного. Но только не используй щекотки. Ну, что я вам скажу, ребята. Платье она отбила. Если она брала его на прокат. То да. Да нет, там паспорт подзало. Все очень здорово, все очень весело, очень приятные люди. Встретили, очень хорошо хлопают. Очень добродушный зал. Но не мужчины.